Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, и приветствую вас на канале Тати Гео. Сегодня поговорим о детских площадках. Как правильно нужно сформировать детскую площадку, чтобы было удобно и вашему ребенку, и вам. Возьмите на заметку себе, что детская площадка лучше всего выбирается, подбирается самим ребенком. Если у вас есть такая возможность, предоставьте право своим детям выбрать себе зону для игр и для отдыха. Так как у наших детей лучше развита интуиция, и они лучше чувствуют, где им комфортнее, где им благоприятнее. Детская площадка по нормативам не должна быть инсолированная более 1,5 часов в день. Что это значит? Это значит, что ваши дети не должны находиться на открытом солнце более 1,5 часов в день, дабы избежать перегрева на солнце. Еще один момент. Если вы планируете детскую площадку, смотрите, чтобы вокруг не было опасных каких-то зон, таких как барбекю, бассейн. Любыми методами нужно огородить от опасных зон своего ребенка, своих детей. Также это касается и растений. На детских площадках нельзя высаживать растения ядовитые, колющие, режущие, и растения, которые, а также растения, которые могут привести к аллергическим реакциям. Важно помнить, что вы будете смотреть, вы либо ваши родственники, друзья будут смотреть, если детки маленькие, наблюдать, как они играют на площадке. Поэтому предусмотрите какую-то удобную скамеечку для себя, для того, чтобы вы могли спокойно и следить за детьми, и для вас это был тоже приятный процесс. Когда вы оборудуете детские площадки, пожалуйста, обязательно проверьте, чтобы были закреплены очень хорошо все качельки, карусельки, лазинки, если есть футбольные ворота, дабы потом избежать неприятностей. И все острые углы желательно как-то прорезинить, чем-то закрепить, укрепить. Если вы предусмотрите все эти тонкости, то отдых будет радостным не только для ваших деток, но и для вас самих. Желаю вам уютных, красивых детских площадок на ваших территориях и радости с вашими детками. До новых встреч, пока-пока. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, оставляйте их под видео.